Анусан, я хотел стать героем. Ты это помнишь, Анусан, я хотел спасти деревню. Ты это знаешь, какой же класс мне дадут в этом мире. Я не знаю, но голоса в голове говорили мне про духовный глаз. Ночи пришел к лазеру духов, чтобы получить глаз. Теперь я всех увижу насквозь. И все излечу. На следующий день явилась принцесса. Сказала герой, подвоха не чувствуя, взял ей руку. Дорога ко дну, став магом, целителем, стал всех лечить я. Но это так больно, меня заставляли, меня унижали. Походу пропал, я не понял тогда, как чтился я в поле. Походу умру я, но нет, так не подохну я. Спасет меня камень, своими руками одолею я демона. Теперь камень мой, ни капли сомнений не будет во мне. Когда отомщу, им героя просрали все и проиграли. А я победил. Рестарт! Теперь начинаю свое правосудие. Я всем отомщу, Флэр, Блейд, Буллет. Я всех вас найду, Флэр, я отомстил тебе. Теперь будешь Фрей, да что делать дальше мне? Найду себе воинов, зашел к работорговцу я. Купил себе Сетсу, да, хоть она сильная. Но этого мало, и как всегда, мне повезло. На полоху Реха я заполучил ее. Теперь я сильнее, теперь я хочу посетить Бранник. Со мной будет Карма, мы знаем, что он не человек. Но он мой торговец, я вдалеке увидел Блейд. Ну все, ты умрешь, я обманул тебя в доме. И ты уже труп, теперь у меня новая проблема. Нужно убрать Норм, я залетаю в ее супербазу. И выкрал ее, ну все, месть моя кончена. Остался лишь Буллет.